человек, представитель наших детей. Вот, очень ответственный. Конечно, родители нам важны, но для любого человека важно продолжение. Вот. Ну, дочек мы давно любим, знаем. Сейчас придет одна дочка. Одна дочка придет, причем знаем их с нуля лет, там, нуля месяцев, нуля минут. Вот, а вот Васю как-то вот я впервые вижу, то его не было, а сейчас ему сразу 12 лет исполнилось. Просто вылитый, Сережа, вылитый просто. Если вот с комсомольским этот значок прицепить, галстук, это будет просто вылитый. Вот, Вась, я тебе желаю вот состояться как человеку, как профессионалу, как семьянину. Вот, у тебя хорошая основа за спиной, достойные родители. Бабушки, дедушки. Вот. Мне хотелось, чтобы у тебя под жизнью все было интересно, хорошо, разнообразно, так же, как у твоих родителей. За твое здоровье в твоем лице, за всех наших детей. Да. Будь здоров, дорогой. Давай, спасибо. Будь здоров, Васечка. Васечка. Это же как, чтобы справлялся со всеми трудностями. Их, конечно, будет. Без них как? Важно справиться со всеми. Нет, главное справиться. Дядя Вася. Ты уже дядя Вася. Дядя Вася. Племянница, ты дядя Вася. Дядя Вася. Дядя Вася. Это хорошо. Но ты уже ощущаешь, что ты дядя? Дядя Вася. Дядя Федор. Племянник Георгий у тебя родился. Мы соберем.